Всем доброго дня. За последнюю недельку копа у меня тут подсобралось немножко шмурдячка цветного. Алюминий тут всякий, он плавленый, трубочки, кусочки, моторка, ложки. Ну, конечно, проволока алюминиевая. И медь. Там на озере я копал, нашел кабель. Там же его и обжег. Ну и всякая мелочуха медная. Сейчас пойдем. Зайдем в металлоприемочку. Получим денежку и купим батареечки для копа. Ну, аккумуляторы я уже куплю с зарплаты. Ждал, ребята, я металл, и вышло у меня на 300 рублей. Ну, на батарейке хватит. Надеюсь. Рублей 100, наверное, там 4 батареечки стоят. Ну все, всем пока, всем удачи. Батареечки. Это я еще не пробовал, не знаю. Ну так. Среднягу сдал на 300 рублей. Батареечки обошлись в 60. Ну все. Ветер поутихнет, надеюсь, завтра. Снег уже тает начал. И, возможно, завтра выйдем на куб.